В аэропорт Анапы прибыл борт из Беларуси. 30 тонн гуманитарной помощи прислали пострадавшему от затопления района Кубани жители Братской Республики. В Республике Беларусь все население, руководство республики восприняло с большим сожалением. Сразу все отозвались. Значит, экстренно была собрана гуманитарная помощь. Наша национальная валюта – это около 2 миллиардов рублей. Белорусы привезли все самое необходимое – питьевую воду, постельные принадлежности, еду и медикаменты, за которые кубанцы выражают им особую благодарность. Видите, какая у нас стоит погода, очень жарко. Дабы избежать заболеваний, распространения инфекции, прибыла из братской Белоруссии партия медикаментов, которые позволят вакцинировать людей, обезопасить от распространения или заболеваний, или распространения заболеваний. Поэтому я считаю, что очень оперативно, спасибо еще раз Белоруссии, народу Белоруссии, правительству, очень быстро, оперативно отрегулировали, согласовали те необходимые позиции, которые сегодня требуются Крымску. Руководит доставкой гуманитарной помощи первый заместитель министра МЧС Беларуси Александр Шамко. В его планах проведение экстренного совещания, цель которого – оценить, какая помощь еще необходима жителям пострадавшего района. И сегодня будем вырабатывать с учетом этого совещания, с учетом беседы с населением, возможность оказания другой адресной помощи. Это как гуманитарный груз может быть оказан, так и возможность оказания помощи строительной техникой, возведением жилых домов. То есть это целый спектр направлений. По словам белорусов, помощь Краснодарскому краю будет оказываться в необходимом объеме до тех пор, пока последствия наводнения не будут ликвидированы полностью.